находимся в городе Будапешт. Сегодня здесь проходит европейский чемпионат по WorldSkills. Наша национальная сборная отстаивает звание лучшей на европейском пространстве. 41 компетенции, в которой мы заявлены, мы обязательно добьемся очень крутых результатов. Самые передовые компетенции, компетенции будущего, сегодня представлены именно на стенде России. То, что вы видите здесь, это вершина профессии. Те, кто входят в движение WorldSkills сегодня, рабочие профессии, они, конечно, чувствуют себя абсолютно уверенно. За ними бегают работодатели, большой спрос. Наша самая главная задача – сократить расстояние между вот этими чемпионами, которых мы видим здесь, и массовой подготовкой. Мы должны уметь готовить людей по очень простой формуле. За 6 месяцев уметь создавать профессию новую, и за 6 месяцев ее давать человеку. Своему тренеру Дмитрию, эксперту Георгию, да и всем, кто был со мной, верил в меня и готовил.